вышли из метро в Нью-Йорке. И мы вышли на той улице, где мы жили, когда приезжали сюда первый раз. Чем мы сюда идем? На другую сторону. Ты сказала, что да. Нет, я просто сказала, что здесь TJ Maxx, который... В общем, смотрите, где мы. Так, я хочу сейчас выйти в прямой эфир в Инстаграме. Я не могу этого сделать на Ютубе пока что, к сожалению. Но мы в Нью-Йорке, ура! Мы сейчас зашли в Брайант Парк уложить Литу спать, потому что это единственное, наверное, более-менее спокойное место. До Централ Парка было идти далековато, поэтому мы зарулили сюда. И здесь так здорово расставлены стулья, столики. Там даже книжный клуб есть, где можно просто почитать книжки. Здесь вот на траве все отдыхают, кушают, общаются с вот такими видами. Здесь стоит сцена, и, судя по всему, периодически проходят какие-то концерты. А вот здесь этот книжный клуб, где можно просто подойти, взять вот книжечку почитать, посидеть, детские стульчики, столики. И вот, смотрите, reading room. Нельзя пользоваться телефонами, общаться и курить. Там люди играют настольный теннис. Такой оазис среди небоскребов. В общем, мы уложили Литу спать и теперь просто гуляем по Нью-Йорку. Это наш второй раз здесь. И в первый раз мы были вдвоем с Петей 4 года назад. И мы прожили здесь 12 дней. И мы просто гуляли, мы посетили, по-моему, все достопримечательности, музеи, все, что можно было. Съездили в 2 круиза, один к Статуе Свободы, второй такой типа Twilight круиз, в общем, в сумерках, чтобы посмотреть на ночной Манхэттен. И были и в Музее естественной истории, и в Музее искусств Метрополитен, и в Музее современного искусства MoMA, вот этот MoMA. Что? Что ты? Помнишь, в музее я присел и... И у Пети джинсы Метрополитен, они порвались. Трепнули джинсы, и он с голым задом ходил. И он с голым задом шел до TJ Maxx. Не цеплялись мужики. Пока мы купили ему другие джинсы. В итоге мы купили точно такие же. Помнишь, как мы тебя уже были? Такие же, как я когда-то купил в Лондоне. Как он когда-то купил в Лондоне. Кельвин Кляйн, один в один. Насю до сих пор. Вчера их обрезал, а теперь это шорты. Брешет, купил новые. Эй, вырядились. Мы все в Нью-Йорк, как новые копейки. Все оделись в новую одежду. Я, Элита и Петя. Так вот. И мы прожили, я же говорю, 12 дней. Посетили просто все, облазили Манхэттен вообще, ну, вдоль и поперек. Мы вообще ни разу не спустились в метро в прошлый раз. И один-единственный раз воспользовались такси, ну, не считая поездки из аэропорта. Потом уже в аэропорт мы ехали на машине, потому что мы арендовали Мустанг и ездили на нем в Вашингтон. И на обратном пути в аэропорт ехали на нем и там его сдавали. Так вот. 30 километров в день у нас рекорд. Да, и мы в прошлый раз... Мы просто все время ходили пешком, и рекорд у нас был 30 километров за день мы находили. Ну, потому что, представляете, да, просто по всему Манхэттену пешком, это, конечно... Но было очень круто, было нереально круто. У нас такие классные, теплые воспоминания с этим городом связанные. И у меня они особенно такие сентиментальные. Петя не сильно меня понимает, но это потому, что он мужчина, ему не вообще до него не дойдет такое. О, да, я такой. Нет, не такой, ты просто мужчина. Вот, но мы как бы отсюда летели уже, собственно, втроем с Литой. И мы этого еще не знали тогда, узнали только через 2 недели после того, как вернулись. И поэтому у меня такие, я же говорю, немного сентиментальные впечатления и воспоминания в этом городе, потому что я его воспринимаю как последний город, в котором я была абсолютно свободна. В котором я была сама по себе и... И после этого, в общем, началась совершенно новая жизнь, когда мы узнали, что мы как бы ждем Литу. Ну и, в общем, Нью-Йорк — это как бы, в принципе, первый город, в который мы попали в Америке. Я говорю, что Нью-Йорк — это первый город, в который мы попали в Америке вот 4 года назад. Ну и, соответственно, знаете, он как первое всегда все самое любимое. Это у нас так и есть.
И что самое интересное, как начался наш прошлый визит в Нью-Йорк? Мы прилетели, и я поняла, что я продумала на тот момент абсолютно все, кроме того, как мы доберемся из аэропорта в квартиру. Мы сняли тогда квартиру на Airbnb в центре Манхэттена, на 23-й улице, на пересечении с 7-й авеню. То есть, ну, типа, вообще отличный, очень классный район был, очень удобно нам было везде ходить пешком. Вот. И мы не придумали, как мы попадем в отель. Ну, вот, в смысле, в квартиру. Ну, короче, мы взяли такси, этот, в принципе, вопрос решился. И вот мы приезжаем в квартиру. Мы сняли, какую-то женщина должна была быть, но она говорит, меня, короче, нет в городе, и вас там встретит мой кузин. Ну, то есть, типа, там, кузин, двоюродный брат, я не знаю, кто он такой. И, в общем, он вас там встретит, он вам все покажет. Мы такие, ну, окей, не вопрос. И, в общем, мы заходим в квартиру, поднимаемся в лифте. Ну, я ж такая, как у себя дома уже, положила телефон свой на барную стойку, и он нам пошел квартиру показывать. Квартира, конечно, тоже жесть была. Куча вещей, каких-то старых компьютеров, там даже какие-то продукты в холодильнике оставались, ну такое, в общем. Ну, жить можно было нормально, но так себе на самом деле. Так вот, он нам показывает эту квартиру, мы такие, да, окей, все хорошо, и он такой, ну, до свидания. А он был такой какой-то, ну, не русский, понятное дело, он был какой-то полумекс, полуиндус, полу, ну, я не знаю, кто, но такой, смуглая кожа у него была, и такой, типичный, в общем, ну, воришка. Да, типичный воришка. И, короче, закрывается за ним дверь, и я же начинаю искать телефон, чтобы позвонить родителям. И я понимаю, что моего телефона нет. И я начинаю вспоминать, где он. Я понимаю, что в лифте я еще 100% ехала с телефоном, потому что я четко помню, как я его держала в руках, как я его прятала в карман там или что-то такое. И четко помню, как мы пришли в квартиру, я положила его на барную стойку. Мы начинаем звонить на него. Разумеется, гудков. Гудки идут, но ничего не происходит. Через какое-то время поднимает трубку этот мужик, который дал нам квартиру. Он поднимает ее. И такой говорит, здравствуйте, я говорю, да, здрасте, вообще-то вы ушли с моим телефоном. Он такой, нет, это мой телефон. Я говорю, в смысле, это мой телефон, вы ушли с ним, посмотрите на заставку и посмотрите, кто вам звонит. Вам типа звонит любимый сердечком на русском языке написанное. И он такой, не, ничего не знаю, это мой телефон. И кладет трубку. И все, я думаю, капец. Вот именно так начался, понимаете, наш визит в Америку, первый самый. И я в истерике, все, у меня, короче, уже все плохо, я не знаю, что делать. Звоним родителям с Петиного телефона. У меня был включен Find My iPhone, то есть я, типа, видела, где он находится, я видела, как уезжал этот чувак на метро с ним. Я начинаю писать этой женщине, с которой я переписывалась, собственно, по этой квартире. И я говорю, ваш брат ушел с моим телефоном. Она мне говорит, нет, такого не может быть. Я говорю, блин, да, конечно, не может быть. Я ему звоню, и он мне отвечает и рассказывает, что его телефон. Ну и, в общем, так еще пару минут переписки. И потом мне родители говорят, слушай, детка, ты в Америке, ты не, типа, не в Украине. Просто иди в полицию, иди к полицейскому, ты можешь объяснить ему на английском, типа, что произошло. Просто иди в полицию и все. И я пишу сообщение этой женщине, говорю, ну окей, не вопрос, как бы мы идем в полицию и будем искать телефон через них. Верите или нет, ровно через 15 секунд мне приходит сообщение от этого мужика, типа, sorry guys, it was a mistake, типа, I'm... Типа, я возвращаюсь, короче. И через 5 минут он вернулся и попытался нам рассказать, что он перепутал. Чехол у него якобы похожий. И он перепутал телефон. И, в общем, телефон он мне вернул. Но вы представляете сам факт? В общем, такая веселая история нашего предыдущего визита сюда. Ну что, это плаза. Мы гуляем по все тем же любимым местам, где гуляли прошлый визит.
А вот Apple Store стеклянный, классный. Посмотри повнимательнее. Ну а мы гуляем в Централ Парке. Лита уже проснулась. Мы пришли посмотреть черепашек и рыбок в пруду. Да, зайка? А где? Нашли черепашку. Да? Да, вот еще одна. Еще одна, точно. Ух ты. А вот этот знаменитый по разным фильмам мост с потрясающим видом. А мы идем по 5-й авеню. И вот перед нами, вот он, тот самый магазин Tiffany. Tiffany and Coins из фильма «Завтрак у Tiffany». Рокфеллер-центр и та самая площадь, на которой перед Рождеством устанавливают елку. Добро пожаловать на Таймс-сквер. У-ху, вот здесь толпотворение конкретное. Так, ну а мы пришли в магазин Дисней. У-ху-ху. Мы просто в огромнейшем магазине Disney. Обещали Литу сюда привезти. Это ее рай, конечно. Алита все смотрит на этих кукол и не может ничего выбрать, потому что у нее уже все есть. Ну, кроме Мериды и Покахонтас, но она еще эти мультики не видела. Ковбой, смотрите какой. Мяу-мяу-мяу. Лена уже убежала голому ковбою. Так, а вот сейчас будет попытка перейти дорогу. Смотрим. И... оп! Смотрите, как прикольно. Просто идешь по Бродвею, и тут вот написано «Не въезжайте», «Do not enter». Здесь просто Garment District Urban Garden, просто как бы садик посреди Бродвея, где можно посидеть, отдохнуть. А под нами метро едет. Опа, мы спускаемся к ниндзя-черепашкам под землю. Мяу-мяу-мяу.
мы пришли в наш отель, а тут как бы пожарные, две скорых. И что вообще происходит, интересно? Супер.